Всем привет, друзья, с вами Эрнест, и я продолжаю играть на Advance RP Шоколад. Так, сегодня я буду покупать бизнес. Я списался с владельцем бизнеса 24 на 7, который находится у АЗС Гетто ВКонтакте. И, в принципе, он мне готов его продать за 20 миллионов. Советую отличный сервер по сампу, Rolex, Roleplay. Сервер набирает обороты и также открыты заявки на пост лидера. Вступайте в группу, все ссылочки будут в описании. Пишите в комментариях, дорого это, недорого. Так, сейчас мы снимем деньги. Так, снять деньги. 19 миллионов 900... Господи, математика. 12 тысяч осталось, снять деньги. 12 тысяч. Пока нет, пока нету. Так, сейчас я, чувак, еду покупать бизнес, поэтому я тебе не могу отдать эти 12 тысяч. В общем, договорились и мы с ним за 19,8. Там еще он говорит налог 200 тысяч. Ну, в общем-то, сейчас мы отправляемся к этому магазину. Финочка, мне кажется, там немножко накрученная, да, там, потому что 30 тысяч говорит, но мне кажется, там максимум будет 10 тысяч. В общем, посмотрим, ребят, я к нему уже приехал. 24 на 7 у Восточной АЗС. В общем-то, сейчас мои денежки все уйдут. На самом деле, бизнес дороговато, да, он продает. Мне сказали, что на шоколаде такая экономика, и в принципе, то есть летом я смогу его продать подороже или даже чуть позже. То есть сейчас учеба идет полным ходом, поэтому... летом, соответственно, онлайн будет выше, и прибыль будет выше, и цены на бизнесы тоже будут выше. В общем-то, я надеюсь, что я не пожалею. Я, кстати, сменил ник, ребятки, а теперь я Эрнесто Карбон, да, потому что у меня фамилия была с двумя и, мне это не устраивало. Сейчас посмотрим сначала финочку, да, вживую с вами. Так, давайте введем бусинес. Деньги с бизнеса он снял, окей, так. Финансовая статистика 27, 41, 60, 18, 6. Надеюсь, она таковой является, ребят. Надеюсь, она таковой является. И надеюсь, что вы сейчас меня поддержите лайком и подпиской на канал. И также сразу поставите колокольчик. Ребятки, этот долгожданный момент. Давно не держал бизнесов, особенно на шоколаде. Это просто жесть. Сейчас мои 20 миллионов уйдут в никуда. Ну как в никуда, в магазин с прибылью 15 тысяч, мне кажется, это максимум. Так, предлагает вам купить бизнес у Восточной АЗС по цене 19 миллионов 822 тысячи, налог 192 тысячи. Итак, ребятки, что ж, покупаем. Я это заскриню время. Минус 20 лям. Ну все, ребят, с вас по-любому лайк. Да, подписчикам здорово, бейстоп, ну надеюсь. В общем, ребят, теперь это мой бизнес, находится он, вы поняли где. Да, покупаем маски, аптечки, и тебе удачи. Так, ребятки, находится он возле АЗС Гетто, да. Так, давайте ведем бусинес, посмотрим, что здесь есть. Конечно же, денег на улучшение у меня нету, но, слава богу, он оплачен еще на 22 дня. Продукты тоже есть. Ребятки, вы знаете, где теперь покупать маски, где теперь покупать аптечки, ну и так далее. И если вы с банды, конечно же, тоже здесь можете закупаться. Тем самым вы будете мне помогать, и, в принципе, вам это ничего не изменит. Просто роли никого не сыграет, где закупаться. Да тут приобрел хуйню одну. Ахахахаха. Ну это не смешно на самом деле, это не смешно. Мне надо было вложиться, сейчас скажут, наверное, дорого. Хотя хуй знает, вот просто, серьезно, ребят, на шоколаде, мне кажется, ну да, ему цена 20 кака. Вот серьезно, ребят, пишите в комментарии, а дорого это или нет. Надеюсь. Томас мне решил занять 300 тысяч, да, чтобы я улучшил свой бизнес хотя бы на 3 улучшения. То есть сейчас мы его улучшим, мы поедем в банк и посмотрим, насколько нам вообще улучшений хватит. Конечно бы не помешало нам улучшить до полностью склада, да, но ладно. Все, ребят, я ему сказал свой счет. Просто огромное тебе спасибо, Томас, да. Он мне и дом, кстати, продавал в одном из видосиков и на стриме. Так, окей, Томас. Так, все, 300 тысяч, давайте их снимем. Так, сейчас улучшим бизнес, стоп. Давайте улучшим бизнес. Так, улучшить бизнес. Дополнительные продукты. Медицинское обслуживание. И пониженное налогоснабжение. Все, ребят, я оплатил свой бизнес. Так, и давайте теперь заплатим за бизнес. Сколько у нас там дней? 22. Давайте заплатим на 8 дней теперь у нас. Ага, нам нужны деньги на банк. Нам нужны деньги на банк, ребят. Так, основной счет.
положить на банковский счет. Так, давайте положим 1020. Да, 1020 положим. И теперь заплатим за бизнес. Заплатить за бизнес. 8. Так, все. Ну и сразу за дом, наверное, заплачу на 2 дня. Так, все, окей. Ух, нихуя себе, на 8 дней бизнес 6200 стоит, за дом 4300. Охуеть. В общем, ребят, всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Эрнесто. Не забудьте обязательно подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики на моем канале. И также ваш царский лайк мне все решит. Всех люблю, всем пока.